дан старт 7-го заезда. Орловский приз для лошадей 3 лет. Бег со старта повел Жарпей с небольшим просветом. На втором месте Курант и Верховод. Отстала попытка. Бег ведет Жарпей. Жарпей ведет бег. На втором месте Курант, на третьем Верховод, на четвертом попытка. Первая четверть дистанции пройдена за 35,9 секунды. Сбоил Верховод. Сбоит Жарпей. На первое место вышел Курант, на втором месте Жарпей, далее Верховод, и замыкает попытка. А бег ведет Курант. За 34,7 секунды пройдена вторая четверть дистанции. Бег ведет Курант, на втором месте Жарпей, тут же с просветом Верховод и попытка. Попытка вышла на третье место. А бег ведет Жарпей. Тут же Курант. Бег ведет Курант, тут же Жарпей. С просветом Верховод и попытка. За 33,4 секунды пройдена третья четверть дистанции. Участники заезда выходят на финишную прямую. В борьбе на финишной прямой Курант и Жарпей. Сбоит Жарпей. Сбоит Верховод. Бег ведет Курант. Выигрывает заезд третий номер Курант. Далее финиширует Жарпей.